Goedemorgen, welkom bij VPRO Vrije Geluiden. Mijn hart gaat sneller kloppen bij de naam Alexei Lyubimov, een Russische klaviergrootmeester van barok tot modern. Hij speelt bij ons vandaag Debussy en Simeon ten Holt. Alexei Lyubimov was een van de laatste leerlingen van pedagoog Heinrich Neuhaus, die op het conservatorium van Moskou doseerde en vele grote de aarde heeft opgeleid, onder wie Emil Gilels en Swatoslav Richter. In 1968 durfde Lyubimov het aan om als eerste werk van Arnold Schoenberg uit te voeren in zijn vaderland. En hij bleef de moderne muziek, ondanks vele tegenwerkingen van de Sovjet-autoriteiten, altijd trouw. En bereidde zo zijn interesse ook uit en liefde naar de barok en de klassieken. Van Lyubimov wordt wel gezegd dat hij geen noten speelt, maar ideeën. Luistert u naar Feu d'Artifice van Claude Debussy. Thank you.
Goedemorgen. Good morning. Привет. Добрый день. Добрый вечер. Добрый вечер. Hoe lang staat dit stuk al op uw repertoire? Все прелюдии Дебюсси я начал учить, начал играть, когда мне было 25 лет. Дебюсси, в его прелюдии я влюбился очень рано. Вот для меня Дебюсси композитор, который отказался от обычных схем и форм, свойственных тогдашней и немецкой, да и французской музыке, и нашел совершенно иные формы соотношения звука, звуковой материи, ее содержания, ее развития и тех внутренних миров, которые она отражает. В ее музыке очень много символизма, и он пользуется музыкальными найденными им символами, чтобы не писать какие-то пейзажи, которые он, так сказать, музыкально, которые он называет даже, и которые можно было сопоставлять с картинами импрессионистов, но он все время проникает в какие-то символические соответствия миру природы. U bent voorvechter geweest hè, van de moderne muziek in Rusland. Waarom stuitte dat zoveel op weerstand? Это были времена, когда я начал играть, конец 60-х годов. Это были не самые трудные времена. Самые трудные времена были 50-е, 60-е годы. Вот сразу после смерти Сталина. И моим примером была гениальная пианистка Мария Юдина, которая много играла впервые после войны, а иногда впервые в СССР. В репертуаре были Хиндемит, Барток, Стравинский, очень много. Новые русские композиторы. Она хотела играть Шёнберга, Веберна, но не успела. Она умерла в 70-м. И я как бы подхватил ее эстафету. Я начал играть сразу после окончания консерватории в 68-м году. Начал играть очень много современной и авангардной музыки, включая Штокхаузена, польских композиторов, использовавших сонористику. Других американцев, конечно же, Айвс, Кейдж, очень много. И трудности были, но за это тогда не было. Тогда не арестовывали, не посылали в ГУЛАГ. Is it fair that you ook eigenlijk de minimal music nu introduceert in Rusland? Тут я бы хотел сказать, что минималистская музыка появилась, конечно, сначала в Америке, в самом конце 60-х годов. И до нас это движение дошло одновременно в начале 70-х, в середине 70-х, одновременно с тем фактом, когда композиторы, такие как и Сильвестров, Мартынов, почувствовали, что авангард закончился, что конец авангарда, и что надо искать новый язык, другие формы звуковой материи, основанные на соединении, на связности и другом отношении ко времени, когда время не дробится на мельчайшие атомы, а представляет собой единую субстанцию. И вот тут минимализм впервые выступил в России тогдашней в лице Владимира Мартынова 74-75 года. И для меня это тоже был большой перелом от авангарда, который я покинул. В общем, и Болеза, и Штокхаузен, и других авангардистов. Я здесь эту музыку перестал играть. И для меня поиски нового времени, поиски потока, непрерывного потока музыки выразились не только в минимализме, но и в постоянном слушании музыки Востока, азиатской традиционной музыки, музыки неевропейских стран. И очень много на меня повлиял, на меня и моих коллег, моих друзей, таких как Мартынов, Карманов, повлиял арт-рок, европейский арт-рок. Вот. И я стал просто защитником и исполнителем минималистских сочинений, и с тех пор очень часто их играю. What attracts you the most in the music of Simeon ten Holt?
для меня в музыке Семёна Тенхолта сквозит какая-то невероятная бесконечность. Бесконечность и естественность. В разное время и в разных исполнениях, и в разных моментах игры там отражается, для меня, я нахожу и чувствую в этой музыке разные вещи. Когда я слушаю эту музыку, для меня это какой-то поток, который все время переливается, поток реки, поток природы, который переливается разными красками и разными оттенками, и который проходит, в который очень хорошо и приятно войти и быть вместе с ним. Теряешь ощущение времени, но не теряешь остроту эмоций. И вот эти эмоции, эти эмоциональные сдвиги в музыке Тенхолта, казалось бы, музыка репетитивная, минималистская, но эти эмоциональные сдвиги очень нюансированные, очень тонкие. Они такие же тонкие, он делает это с его хроматизмами и с его маленькими мелодическими изменениями. Мне мой друг сказал, я согласен с ним, что местами это похоже на Шуберта или на Шумана. Такая же острота и такая же ностальгия по ушедшему прошлому. И вот это ощущение, с одной стороны, бесконечного настоящего, а с другой стороны, ощущение, что эту музыку когда-то уже слышал. Это совершенно замечательное ощущение. И эту музыку очень трудно играть, Тенхолт. Не только технически, потому что на фортепиано руки все время должны пребывать в одной позиции и в одном соотношении клавиатуры, веса, скорости, напряжения мышц и акустики. И в то же время очень трудно играть, выдерживая, как сказать, напряжение при отсутствии напряжения. Dank u wel. Ik wens u ontzettend veel succes tijdens het festival Winteravonden aan de Amstel. Met al dit moois. En we gaan luisteren nu naar Simeon Tenholt met een gedeelte uit de solo Duivelsdansen. Dank. Dank u wel. Ah! Thank you.
Dat was een gedeelte uit Solo Duivelsdansen van Simeon ten Holt. En Alexei Lyubimov speelt tijdens het festival Winteravonden aan de Amstel op 11 december om 8:15. En Olga Paschenko, die een tijdje geleden ook hier was met het prachtige klaversymbolstuk, speelt er 2 dagen later. Volgende week zijn we weer met onder andere Laila McCalla en ontdekken we de voedersporen in vele soorten muziek en speelt de virtuose trompetist Wim van Hasselt. Tot dan.